О нет, эта свинка попалась в ловушку Грифера. Чтобы ее спасти, ты должен поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и нажать клавишу колокольчика в течение следующих 5 секунд. Скорее, иначе она упадет в лаву. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я надеюсь, ты все правильно сделал, как я тебе сказал, и ловушка деактивируется, когда я нажму на рычаг. Давай проверим. Да, отлично, мы спасли с тобой свинку. Спасибо тебе большое, дорогой друг. Привет, ребята, меня зовут Рейсмон. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. И в этом видео я вам расскажу о том, как скрафтить броню для волка в Майнкрафте. Дело в том, что волк, конечно, нам всегда помогает в различных боях против злых мобов. Но хп у него недостаточно, и они очень часто умирают от полученного урона. В этом видео я вам расскажу, как скрафтить броню, которая позволит снизить этот урон и сделать волков более живучими. И поехали! Так, ну что ж, у нас уже есть волчата подопытные, которых мы будем с вами э, оружать броней. Ну, если есть такое слово вообще. Ну, в общем, надевать на них броню. Так, ну что ж, для начала нам необходимо этих самых волков приручить. Для того, чтобы их приручить, нам потребуются косточки. Ну, здесь ничего необычного нет. Давайте мы всех волков приручим. Так, тебя, тебя, тебя и вот этого волка. Все, отлично. У нас есть с вами прирученные волки. Теперь нам необходимо скрафтить для каждого из них броню. После всего этого я сравню броню на прочность. Мы будем бить волков... Деревянным мечом, вот он у меня уже есть И посмотрим, от скольки ударов умрет каждый волк Отлично, давайте начнем с самой простой Это кожаная броня Также, кстати, я уже делал обзор на этот мод И это был мод для очень и очень старых версий Еще до 1.12.2 А этот мод у нас работает на версии Майнкрафта 1.16 На самой последней версии Майнкрафта Поэтому это очень и очень круто И я решил это не упускать без внимания В общем-то, сделать на этот мод обзор Обзор. Так, мы с вами скрафтили кожаную броню. Крафтится она у нас вот так. Просто три кожи складывайте, и у нас получается кожаная броня для волка. Дальше у нас также может быть скрафчена железная броня. Но для начала давайте мы ее а, так наденем на нашего волка. И посмотрите, как выглядит волк. А, так, сидеть, 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 все, все сидят. Давайте мы его с вами вытащим. А куда он делся? Ага, вот он Так, вот он наш волчок и посмотрите, как он выглядит Выглядит это все дело очень круто, то есть Ну, ну блин, реально, волк в броне выглядит реально круто Просто круто, посмотрите, очень круто Хорошо, с кожаной броней мы с вами разобрались Приступим к следующей броне по крепости Это у нас золотая и железная Я, честно, не знаю, какая из них Никогда не понимал, какая лучшая броня Значит, железная у нас крафтится вот так То есть два железных слитка и посередине кладить кожу И у нас получается вот такая вот железная броня для волка, одеваем ее на любого волка И идем, братишка, со мной, идем Со мной, идем садой, присядь сюда, присядь Сюда, так, вот тут вот у нас будут сидеть Все волки, и потом мы будем их испытывать Точнее, испытывать их броню Следующая броня, которую мы с вами будем Делать, это у нас золотая броня Золотая броня, крафтится точно так же Как и железная, тоже посередине кладите Кожу, и вот такая вот получается золотая Броня для волка, так, надеваем Ее, и идем за мной, идем за мной Идем за мной, выглядит она, кстати, вот она Выглядит очень-очень элитно, ну Золото в Майнкрафте реально выглядит красиво, к сожалению, не очень крепкое, но выглядит реально круто. Так, и последняя броня, которую я вам покажу на сегодня, это самая дорогая броня, алмазная. Крафтится она у нас уже вот так. Вот, то есть кладете два алмаза, но посередине не кожу, а золотой слиток. Так, нет, значит автор ошибся в крафтах. И стоп, почему я не могу скрафтить? Странно. Вообще была алмазная броня в крафтах, но почему-то ее... Почему-то ее нету. Вот у меня есть крафты, но она не крафтится. Так, 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 угу. не работает у нас, не работает у нас вообще никак э, алмазная броня, поэтому, походу, мы с вами сегодня останемся без алмазной брони, но ну, ничего страшного. Ладно, мы испытаем хотя бы три этих брони и... так, волчок, и идемте обычного волка, мы как раз тоже испытаем, проверим, насколько защищает броня э, обычного волка. Так, присядь, давайте мы его отодвинем. а я его могу отодвинуть? Давай сюда, сюда иди, сюда иди, сюда, сюда, сюда. Вот косточка тебе, косточка тебе, все. О, тут присядь. Все, это у нас обычный волк. Так, теперь, кстати, давайте я вам расскажу, как снимать и одевать броню. Давайте еще одну скрафтим, и просто это тоже нужно показать обязательно. Вы одеваете броню и нажимаете Shift правой кнопкой мыши, и таким образом вы ее снимаете, и вы можете ее снимать и одевать. То есть все нужно просто-напросто зажать правую кнопку мыши для того, чтобы снять эту самую броню. Так, мы ее с вами оставим и приступим к проверке волков на прочность. Да это на самом деле будет очень печально, потому что мне их придется убивать, и мы будем считать, со скольки ударов я убью волка. Так, наверное, блин, я даже не знаю, взять рукой или мечом. Давайте, наверное, рукой будем пробовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20, 21, 22. 22 раза мне пришлось ударить волка в кожаной броне, чтобы его завалить. Так, давайте теперь попробуем завалить в железной броне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25. Да, немножко он оказался покрепче. Так, ну а теперь, конечно же, в золотой броне. 25 ударов мы нанесли. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть,

И попробуем его побить и снимем броню Посмотрим, расходуется она или нет Так, и обычный волк Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать Да, обычный волк у нас без брони всего за 20 ударов умирает то есть немножечко, немножечко, но броня все-таки дает преимущество. Так, хорошо, теперь мы попробуем, как я говорил, оденем броню на волка, ударим его пару раз и посмотрим, что у нас будет с броней. Раз, два. Так, снимаем броню и абсолютно, абсолютно целая броня. То есть она у нас не теряет никак свой урон. Так, хорошо, давайте мы наспавним с собой волков. Так, сюда, так, вулф, ага, 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 все. Так, у нас есть пару волков, давайте мы их всех приручим, приручим, приручим. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот так. Мы сами сейчас загоним всех в вольер, а потом мы сведем пару волков. Может, вы сюда зайдете? О, ребят, косточка. Я хочу попробовать устроить бой между волками. Так, братиш, а ты что у нас такой? Так. Все, мы всех волков ведем за собой. Идите за мной, идите за мной. Оп, косточка, косточка, косточка. Идем за мной. Идем за мной, идем за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Так, все за мной, за мной, за мной, за мной. Идем, идем, заходим, заходим, заходите, 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 заходите. Все, отлично. Закрываем этих всех Сажаем, так. И сейчас мы устроим бой между волками. Один у нас будет а, в золотой броне. Вот этого мы, мы оденем в золотую броню. А от а второго, которого мы заспауним, мы его заспауним уже. Вообще без брони, то есть посмотрим, насколько они смогут друг против друга воевать. Так, хорошо, спауним еще одного волка, отлично. Теперь нам нужно его сагрессировать. Для этого я построю под собой, наверное, какую-нибудь башенку, чтобы а, меня волк, собственно, этот, не убил. Так, и я его бью. Э, э, я не дотягиваюсь. Ладно. Э, он убежал. Он убежал. Черт. Нет, не, 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 не уходи. Дружище, не уходи, не уходи, не уходи. Так, попробую я вот так сделать. Нет, не попал, да, по нему. Так. Оп. Все, а теперь он должен на меня агрессировать. И, как видите, так, смотрим, что у нас сейчас произойдет. Так, ну, давайте сражайтесь. Так, почему-то один только атакует. Они ж меня могут здесь достать. Так, угу. нет, походу все-таки мой волк очень-очень очень быстро с ним расправился хм, а что если... Так, нет-нет-нет, хорошо, давайте попробуем повоевать против какого-нибудь моба заспавню например, самон э, Как скелет называется, который... Я забыл, как называется э, Скелет... Не скелет он называется Я забыл, как он называется Ладно, мы сделаем вот так Time set night И самон скелетон Все Н Ага, нет Самон он скелетон. Так, посмотрим, как у нас волк будет против него работать. Так, убегает скелет, убегает скелет. Смотрите, убегает, он убегает. Блин, точно, они же убегают от э, волков. Черт, ладно. Ладно, надеюсь, у меня волк все-таки его сможет догнать. Ну, догони что его, а? Ну, догони что его. Догони ты его. Догони. Все, догоняй, догоняй. О, все, пошел. Пошел, пошел, пошел. Но скелет что-то его не пытается атаковать как-то. Скелет вообще у нас утонул, по-моему. Нет, не утонул. Всплыл все-таки. Так, но, ну, как видите, все равно. Волк почему-то его пугает, и он убегает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Кому понравился этот мод, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока.